лопнула только эта штука, да, у нас? Так не надо сидеть-то. Ну, принеси поварёшку тогда, что ли. Есть у тебя поварёшки-то на хозяйстве? Сейчас. Опять меня? Да кастрюли, я вот её ругаю за это. А, да, она их что, чужие куда-то девает? Что за фотик? Ничего не надо, потяжку. Саша, да фига, наверное. Ну вот, как бы я вот самое больше забираю. Саша снимает, тем более, так я оделась немножко. Поприличнее. Может быть, Таня просто, что вот она... Похоже было, конечно, что она самоубийством собирается. Но блин, впечатляет, что она глаза... Ой, глаза грубые. Христос воскрес, у нее все стало двоиться всего. Может быть. Иришка в очках у женщины, так и так, я точно не знаю, что тут снимали. Вот такой был. Давай, то что? Да, Валя. Знаете, у меня вопрос, по-моему, был. Вот такая красная бутылочка. Царю забрал. Почему было? Не оставили нас в покое. Потому что мы были... Была послеродовая депрессия, она продолжается у нее до сих пор. Ваша жена склонна... Привет, доброе утро. О, доброе утро. Вот, ну и Саша здесь снимает, потому что я не понимаю. Саша, тебе как будешь? А этого и другого, и можно без этого. Без хлеба? Да. Чтоб не лопнули, кто знает. Я думаю, нифига себе не было. По чай ножке. Ну, тоже без этого. А еда бы еще, да? Лечиться, так тебе лечиться. Я расчёрну. А сейчас я это нам, а сейчас я... Видите, а Саша как гор. Вот. Саша, без этого, без... Энтузиазма. Без... Даже от нас ждём. У тебя ещё тёпленький? Был. А, вот, все, пошло. Идет. Она пока поймет, что мы сейчас не будем бардаром. Взяла кружки, кстати, она тебе в подарок одну передавала, но я ее забыла, у меня просто не забыла. Да нет. Слышишь? Спасибо. Да, я поняла. Да, что лежит дома для тебя подарок. И, значит, что было в тот день, когда произошла авария? Все было как обычно. Так, чтобы было даже трубочки. Да, я продавила трубочки. А почему я по трубочке вчера трубочки? Даже не помню. Выбирала ее. Выбирала. Трубочки. Снова виновата ваш муж. Вы понимаете, что он будет такой... Она снова, да, и вот эта трубочка тебе, чтобы вино пить. Здесь магазин? Мы по улице сидим, там в удовольствие. Машины не было, бензина. Антон играл кнопочника подъемника. О, до дна, до дна, до дна, до дна. О, я. Все. Открыли ее, я не успела дочитать инструкцию. Да, что ей предоставят по назначению коллегиатора. Ну, расскажешь сейчас, что было? И долго так будешь стоять? Готовенько! И что мы будем с этими девочками делать? Сырочка, а, Таня, давай Даше положу. Сырочка? Ну, так я тебе говорю. Вот, Даша, вот, вот. Я много работаю, чтобы содержать семью. А ты надо кто-нибудь? А ее дома. Ты не любила? Стой, давай я! Убери! Выбери мне яйцо какое-нибудь. У тебя ваше. Ну, у меня нет, а где мое? Так, убери.
А почему мою тряпку тоже? Ты возьми. Любое. Наша, ты вот тут пошли. Таня, Саша, бери яйца. А можно ваши? Конечно, Даша, бери яйца бить. Конечно, можно любые яйца, хоть какие. Что? Яйца бить. А они не сырые, случайно? Не знаю. Давай, давай. Вот они сырые. Если сырые, надо подсушить немножко, сушить их. Все, мою ногу. Что вы же давай бить? Я говорю, у меня деревянная. Да, Елена Федоровна. Ага. Так. Добрый вечер. Сегодня воскресенье. В прямом эфире итоговая программа и ее ведущий Кирилл. Нет, ну, собрать бы сейчас вот каул и начать, так как все равно за день-то ничего не улучшится, уж если там воспалительное есть. Черешка. Ничего не так. Я боюсь. Да. Нет, Кира, значит, говорит, что не надо сюда. Да. Бабушка кричит, что не бабушка надо. Бабушка говорит, что надо прибирать комнату, потому что договаривались так. Ага. Ира, значит, кричит, что для нее это очень сложно. Потому что а сейчас Даша тебе поможет сходить, да, Иришке? Можно, да, и Даша поможет? Помогает, конечно. Это все Даша, что ли? Поела? Спасибо, да? Руслана, никогда не буду. Как ты? Алло? Да. Питья не снизится температура, то есть отпаивать чай с лимоном, клюквенный морс. А как ни рвоты, ни жидкого стула? Да. Угу. Так-то температуру, вот если бы не к вечеру было дело, так с утра можно было и подержать, не торопиться, потому что сейчас используете всю ночь, то что... Да, Ира, как дела у вас? Битва полная. Да? Да! Тебя! А у меня есть мама! Давай попочку. А, Христос воскрес! У тебя, мама! Да. У тебя. Твой. У тебя ангина. Смейся больше. Ты. Для этого личика, воздобных куличика. Для этой рожи тоже. Для этой глотки селедки. Ира, чего еще там, не помнишь? Я вообще даже не слышала. Ну, это сев. Я хочу наизусть это выучить. Нет, никогда не конец такого. Есть это. А может не сев? Может сев? Давай. Мясные. Наша дома. Увлечен просто. Я не могу. Дракончиков и крокодильчиков. А что такие специи, да? Да. Без всякой какой-то такой водички. Сына вопроса скажет. Ой, да что ты в пределах 15 рублей? Чего? А в чем они лежат? Где мне? Вот вверху салат. Пакетик приправочек, не тебе сам самыч. Нет, приправочек. Приправочек и сам самыч. Приправочек.
А Машка, можно я так поем? Нет. Леша, Леша, мне брось сюда салатика немножко тоже, пожалуйста. А, он Дашин, да я? А, Дашин? А. Данилкин. Нет, это не Данилкин, это Никин. Ну, я Никин даю. Дай сюда. Вот это? Дай сюда, в зал. Богачка-то у нас. Мама! Ну как, это кардинально за последние годы вообще все сменил. Мама! Сменил. Сменили, все ремонт сделала. Да. Посуду. Я просто буду спустить и окна. Ну это надо. И балкон приделать. Это гардеробную кабинет сделать? Нет, ну, здесь на большая цель сейчас осталась, а потом уже. В комментариях. Может, она будет. Тумбочка под мой кошкафчик. И теперь у меня по фэншую между мойкой и плитой полочки. Страшно. Да. Огонь и вода лучше быть отделенные. А ты сама пилила-то? Да, практически. А муж не пилил ничего? Пилил, только я это самое. Тебя пилил? Да не только. И шкафы. Мебель делили мы с ним. Ну вот, обойчики поклеили. Как долго мы ждали этого праздника? Святого Христового Воскресения. Еще неделя надо быть веселыми, радостными. Как протерпеть это? Никого не обидеть, никому не нахамить. Это нереально. Ой, Саша-то у нас молодец. Съемщик. Фотоаппарат. Да? Артист. Трёха, ты звук убрала? О! Пузо у нее совсем все. Я еще зад ушла. Это хорошо, так. Мне. И Даша, ой, Вероника, покажись, что у тебя там. Иди сюда, иди. Ой, иди сюда, покажи. Видите, покажи сзади, повернись. Ой, как красиво. Это кто тебя заплел? Я. Сама. Это из чего? Банк какой-то у тебя? Или шарфик? Сетки. А? Сетки. Чего? Ирина Сергеевна, потом... Ирина Сергеевна потом пойдет на праздник, ты тоже сюда что-нибудь пришпандоришь. Хорошо. Это? Да. А где с блестками? Луба, там шкафе. Еще в этом шкафе. А здесь это? Все, только не бывает, что там фотографию это все. Ну, похоже. Но большое. Так своего. Еще такая же тупик. Да. Купик. Где купик? Бобик был на... Блин. Вот ты на душ, что ли? Бобик под ним. Пойдем, сейчас. Да, может, может. Бледная, бледная такая. Алло?
Ну, слава богу. А там ты как? А, да? Ну ладно, хорошо. Да нехай, брось ее там, да езжай в город сам. Да, конечно, это всегда так. Почему не висит? Сердце, пускай думаю, висит. Ну ладно, давай, не скучай. Жалко, я носила мало. Не скучаешь? Да, конечно, идет на недельке, да. Завтра позвонишь. Пока. Еще ничего нету. Снимайся. У нас такая же палка есть. Какие? Леш, я тороплюсь, забежишь. Саша. Два, три раза. Только в рот не берите. Ладно, хоть четыре раза. Три раза смогу. Хоть четыре. Папа, смотри, я нашла сосочку. Это что такое? Это соска такая. В баночке. Мы ее вымоем. Да, мам, мы не будем, мы просто прикладываем. Французский момент. Для ударения. На последнем слове.
прошлый раз для тебя вот... Нет. Меня за руки, Марик, за руки.